Здравствуйте, друзья, это Максим Шевченко. В Крыму очередной скандал. Вот из Фароса прислали видео, на котором жители Фароса, прославленного места, где когда-то Горбачев отсиживался во время ГКЧП, ну, не прямо в этом месте, а там рядом, сообщают о том, что вырубается великолепный и уникальный Фаросский парк. Парк, в котором есть и ливанские кедры, и какие-то удивительные черноморские сосны, и, короче, чего там только нет, и вот это вот все удивительное, прекрасное, неповторимое идет просто под нож, потому что где-то кому-то, до сих пор нам неизвестно кому, даже Песков якобы не знает кому, кто-то решил там это все вырубить и построить там VIP-апарт-отель очередной, значит, с какими-то очень крутыми яхт-позициями, яхт какими-то, значит, пирсами, с какими-то VIP-номерами и так далее, и так далее, и так далее. Вы сами сейчас все увидите, люди вам все расскажут. И когда Крым в 2014 году возвращался в так называемую родную гавань, многие крымчане это очень сильно приветствовали. Ну, честно говоря, понять их было можно тогда, в 2014 году, поскольку украинский олигархический беспредел, все эти македонцы, которые наезжали в Крым и разоряли его, отнимали у людей бизнес, что хотели, то и ставили везде, там, в Семиизе или в других местах, там, украинские олигархи на месте детских санаториев туберкулезных ставили свои дачи. Все это, конечно, достало, и казалось, что в России все будет по-другому. Все, конечно, по-другому. Тяжелый поступь путинской имперской чиновничьей олигархии, приближенной к трону, это, конечно, не то, что украинская вольница. Тут уже, как говорится, не побалуешь и в газету особо так не напишешь. Тут уже надо переходить к так называемым социальным и классовым боям. Да и тут те сразу в ответ пустят дубинки, электрошокеры и все такое прочее. Поэтому я думаю, что Фаросский парк, как вообще вся Россия, является собственностью того, кто уже назначил себя номинально хозяином земли русской. Так подписывался Николай II, последний русский царь, в графе «место работы», «должность». И понятно, что те, кто служит хозяину земли русской, то есть его челядь, его приближенные, его верные сатрапы, могут делать с землей русской все, что захотят от его имени. И никто им поперек ничего не скажет. Вырубать самые реликтовые леса в самых прекрасных местах, в которых до сих пор еще по ошибке, очевидно, гуляют люди, наслаждаясь свободным туда доступом, по инерции некого такого советского демократизма, ставить свои заборы, VIP-дачи, по заборам, по окраинам забора ставить ФСО и, в общем, бить беспощадно всех тех, кто сунет нос на этот забор. Но мы не только на этот забор, но и за этот забор сунем не только носы, но и наши пытливые умы. И мы задаем прямой вопрос. Кто в очередной раз смеет уничтожать реликтовую, уникальную природу Крыма, природу России, то, что сделано предыдущими поколениями ради собственной наживы и ради собственного честолюбия? Ответ у нас один. Это, конечно же, правящая в России олигархическая, бюрократическая, криминальная силовая верхушка. Новое сословие, новая аристократия. Привыкайте, дорогие, вы теперь своей землей не владеете. Вы теперь, вам тут просто позволено жить. Да и скоро вас еще и закрепостят. Разрешение будете получать на то, чтобы переехать с одного места на другое. Потому что эта страна принадлежит не вам, а она принадлежит тем, кто является опорой трона, кто стоит около этого трона с жадной толпой. Внимание на экран. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители поселка Фарос и всего Крыма. Сейчас мы находимся в одном из самых красивейших мест нашей страны, Фаросском парке, который был заложен без малого 200 лет тому назад Александром Григорьевичем Кузнецовым. В парке памятники, который является особо охраняемой природной территорией. В эти дни вся Россия и мы все вместе отмечаем 7-ю годовщину начала Крымской весны. И сегодня мы, крымчане, снова просим вас, нашего президента, о помощи. В наш общий дом пришла беда. Место, где мы сейчас находимся, уже скоро могут сравнять с землей. В Фаросском парке, которым очарованы миллионы людей, началась крупномасштабная застройка, которая навсегда изменит его облик. Эта застройка предполагает масштабную вырубку как минимум сотен зеленых насаждений в возрасте более 100 лет.
Вырубка уже идет полным ходом. Самосвалы вывозят с территории парка распиленные ливанские кедры, магнолии, можжевельники. Сейчас, когда мы записываем это обращение, под тяжелой техникой гибнет очередное дерево и возводится очередной метр забора в удивительном целебном месте, ради которого люди приезжают в Форос со всей России для оздоровления, реабилитации после тяжелых заболеваний или просто погулять. Владимир Владимирович, мы неоднократно говорили о том, что вопросы сохранения баланса между развитием территории Крыма и Севастополя и сохранением их уникальной природы местные власти должны решать с участием общественности, а не кулуарно. Но нас, общественность, сейчас никто не слышит. Мы просим вашего вмешательства для немедленной остановки строительства в парковой зоне. Владимир Владимирович, мы также просим вас поручить провести проверку Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, в результате действий которого интересы особо охраняемых природных территорий были значительно ущемлены в пользу застройщиков. Мы, крымчане, не понимаем, почему ведомство, которое обязано защищать природу, по сути работает на застройщиков. На 70 гектарах парка свободно размещаются несколько тысяч человек одновременно. После воплощения в жизнь планов по так называемой реконструкции останется лишь небольшая его часть. Форосскому парку уже причинен колоссальный ущерб. Больше нет футбольного поля, где играл сам Юрий Гагарин. Там уже стоит огромный бетонный дом. Нет и здания старой конюшни. Все это превращено в руины. Как и нет множества деревьев. Ни одна компенсирующая высадка не восполнит эту утрату. Что будет дальше, страшно даже представить. Мы не имеем морального права допустить застройку парка объектами, которые будут обнесены заборами и нарушат его ландшафт и целостность. Парк Форосский – это достояние Российской Федерации. Это место, куда может прийти каждый гражданин Российской Федерации, чтобы подышать целебным воздухом под сенью реликтовых деревьев, а не закрытый элитный клуб для избранных. Владимир Владимирович, 7 лет назад вы сказали, Крым имеет для России сакральное значение. Помогите нам спасти то, за что все так любят Крым, неповторимую природу. Мы очень просим вашей поддержки. Мы просим поставить Форосский парк и другие парки-памятники южного берега Крыма на учет как объекты культурного наследия федерального значения, чтобы навсегда защитить их от варварской застройки. Мы не экстремисты, мы не называем и не призываем к беспорядкам, мы не проводим террористических акций, не проявляем какие-то хулиганские действия. Мы мирные люди, и мы хотим жить достойно на нашей земле в гармонии с природой. Спасибо, ваши крымчане! С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, лучших соседей. Друзья, вы сами все увидели, все посмотрели. В это верится легко, поскольку мы знаем правила жизни в нашей стране. Наглые, сильные, богатые, защищенные дубинками, шокерами, автоматами, заборами и спецслужбами тут могут все. Для них закон не писан, остальные должны выживать. Присылайте свои видеорассказы о произволе и беспределе обнаглевших богатеев по всей территории России. Мы будем придавать это огласке. Ничего не бойтесь. Снимайте ваши обращения, снимайте материалы о происходящем. Мы их будем ставить с комментариями вот так вот. И глядишь, что-нибудь да сдвинется в лучшую сторону. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, продвигайте это видео.